Вот, друзья, очередная новиночка на российском рынке. Сногсшибательный кроссовер Havail M6. Под капотом выбор один единственный мотор. Это турбированный 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 143 лошадиных силы. Работает в паре либо 6-ступенчатой механикой, либо 7-ступенчатым роботом. На задней оси подвеска независимая, колесные диски на 17. Оптика передняя светодиодная, задняя оптика комбинированная. Лампы и светодиоды, есть датчики парковки в заднем бампере, есть задняя камера, датчиков парковки в переднем бампере нет. Также отсутствует система безопасности, система экстренного торможения перед препятствием. Круиз-контроль обычный, нет обзорности 360 градусов, есть бесключевой доступ, дверная карта со стороны водителя, отделка сидений только тканью, эко-кожа не предлагается, обогрев однодиапазонный, руль не греется, панорамы. Люка нет. Робот с подрулевыми лепестками переключения передач. Щиток приборов комбинированный. Стоимость такого автомобиля в максимальной комплектации. Это на 7-ступенчатом роботе 2 449 тысяч рублей. Ну как, друзья, очередной Havail M6 на российском рынке.